Еще бы чуть-чуть и все. Твою бабушку! Казума, ты в порядке? Аква! После падения у Казумы что-то хрустнуло! Вылечи! Не мог бы ты быть поосторожней? Обойти правила в прошлый раз, чтобы вернуть тебя, было непросто. Прости, в этот раз мне даже оправдаться нечем. Ты работаешь искателем приключений, так что я понимаю, как опасна твоя жизнь. Но в этот раз ты был небрежен. А после того, как я умер, с остальными нормально все было? Да. Сэмпай лежала на земле, когда это случилось, поэтому ее растоптали и побили ящера, а после она начала плакать. Но Даркнесс сдержала их. И когда принцесса была убита, все стадо разошлось. Магумин тоже в порядке, потому что Даркнесс защитила ее. Прямо сейчас сэмпай лечит твое тело. Слава богу! Раз такое дело, можно я здесь немного подожду? Я не против, но слишком уж ты спокоен. Ну да, это ведь уже не первый раз случается. Тебе не скучно постоянно сидеть здесь? Даже если и скучно, это значит, что все остальные в этот момент в безопасности. Так что мне не о чем жалеть. Что это за чувство? В груди болит. Точно! Вот чего не хватало моей жизни в параллельном мире. Да, девчата, конечно, все миленькие. Миленькие, но... Меня интересует не сексуальная привлекательность, а чувствительная девичья душа. Да, моя главная героиня сейчас передо мной! По правде говоря, я не нахожусь здесь все время. Иногда я ухожу на землю развлечься. Только это будет нашим секретом. Казума! Казума, ты слышишь меня? Я уже кастанула воскрешением. Возвращайся давай. Пусть Эрис врата откроет. Я вернусь чутка попозже. Мне надо с госпожой Эрис поговорить. Присмотрите там за моим телом. Чего? Кончай нести чушь и тащи свою задницу сюда. Скорее качайся и вынеси владыку тьмы, чтобы я смогла вернуться на небеса. Владыку тьмы, да. Если я вернусь, есть ли у меня хоть малейший шанс победить владыку тьмы с этой троицей? Ну вот давайте просто представим. Я буду пахать как вол, пробужу в себе суперсилу и надеру зад владыки тьмы. Уверен, в том жестоком мире такое не прокатит. Наверняка я буду как в Dark Souls отъезжать раз за разом. Даже если получится, что я получу за свои усилия? Так про остальное ей нельзя верить. Слушай, Казума, если хочешь, я тебе про нее вещей покруче рассказать могу. Это подкладочная уже не раз к нам. Эй, Аква! Мне надоела такая жизнь, так что я перерожусь и начну с ребенка. Так что вы там дальше без меня. Ой, это что за чушь, однако? Подожди минутку. Короче, вот такие дела. Теперь черед за тобой. Надеюсь, это не наглая просьба, но я хотел бы переродиться парнем. И еще родиться в семье, где у меня будут миленькие сводные сестрички. Подожди секундочку. Казума, Даркнесс говорит, что она тебе лицо разукрасит, если ты не вернешься. У нее в руке маркер, и я ее сдерживать не буду. Такими глупостями меня не переубедишь. Я уже помер, так что делайте, что хотите. Магумин, что ты делаешь? Зачем ты его раздеваешь? Что? Магумин? Магумин, постой! Слышьте, харе! Вы что там со мной делаете? За издевательство над мертвыми вас боженька проклянет! Магумин! Магумин! Казума, скорее возвращайся! А то тут такое! Эй, а ну прекратите! Аква, останови, Магумин! Госпожа Эрис, прошу, скорее откройте врата! Что ж, Казума, я буду молиться, что мы больше не встретимся в этой комнате. Госпожа Эрис, я... Счастливого пути! Я не против подкладок!
можешь стать рабом Юики? Чё? Я, кажется, не расслышал. Ты только что попросила меня стать твоим рабом? Да, ты все правильно услышал! Может, все-таки неправильно? Так ты не согласен? В смысле, ну... Не хочешь стать рабом для милой девочки вроде меня? Разве не любой парень мечтает о таком? А, точно! Хороший хозяин всегда должен поощрять послушного раба. А, придумала! Если согласишься стать рабом Юики, я дам тебе кое-что ценное. Ценное? Что? Ты покраснел. Как мило. Вот, держи. Это... Что? Это мои ношеные трусики. Разве трусики не должны осчастливить парня? Да только очень специфических извращенцев! Раб не слушается своего хозяина. Какой непослушный щенок. Что? Юика? Придется наказать тебя. Ты должен усвоить урок. Ого, тебе, похоже, очень понравились трусики Юики. А, здорово, Кейки! Маленькая миленькая девочка засунула тебе в ротик свои ношеные трусики. Какое же это прекрасное зрелище! Господи, Юика уже не на шутку завелась! Не волнуйся, Кейки. Юика будет очень нежна во время наших тренировок. Что? Погоди, Кейки! Кейки! Неужели настал мой конец? Я бы предпочел помереть без трусиков во рту.